наша жизнь – это какой-то огромный компромисс. Мы каждый день, ну что тут говорить, мы каждый день сталкиваемся с необходимостью выбора. Каждый день сталкиваемся с необходимостью что-то сильно защищать, а в чем-то сильно уступать. Поэтому компромисс – это одна из форм жизни. И тут как это можно к этому относиться или не относиться? Это как вы относитесь к правилам дорожного движения? Можно к ним никак не относиться, тебя машина собьет.